этой пожелтевшей черно-белой фотографии мой прадед Закутаев Алексей Андреевич, красноармеец, без вести пропавший в октябре 41-го. Все, что осталось мне от моего прадеда, это фотография и история, которой я хочу поделиться со всеми. Именно поэтому я хочу принять участие в шествии бессмертного полка. И вот мы находимся на первом этаже Центра молодежных инициатив и отправляемся в арт-кафе «Башню». Именно там расположен штаб бессмертного полка. И мне помогут сделать все, чтобы я смогла стать участником шествия. Шаблоны. Посмотрите, что они сказали. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушать вас. Я пришла к вам, я хочу поучаствовать в акции, я вот нашла фотографию своего прадедушки. Что хорошо. Вот что мне теперь нужно делать? Я обрабатываю и ретуширую фотографии и вставляю вот такую вот рамочку. Подписываю годы жизни, кем был ваш дедушка, фамилия, имя, отчество. Я у вас вижу некоторые дефекты фотографий. Мы их уберем, удаляем все царапины и передаем вам для дальнейшего изготовления штемпера. Вообще много людей, которые принимают участие в акции, несут свои фотографии и хотят поучаствовать в акции? Очень большое количество людей хотят принять участие в шествии «Бессмертный полк». У меня целый журнал. Каждый день я регистрирую человек 30. Я каждого записываю, обрабатываю фотографии, ставлю плюсик, кому обработала. Некоторым нужно скинуть фотографии на почту. Некоторые приходят ко мне, я сразу обрабатываю им отдаю. А что делать, например, если я нашла фотографию своего дедушки, но информации о нем вообще не знаю? Если он не знает, как зовут дедушку, или знает, как зовут, не знает, где родился, какие награды, какой год, я советую зайти на сайт «Память народа» или «Подвиг народа», «Мемориал» сайт есть интересный. Вот, туда можно вбить фамилию и найти о дедушке, о бабушке информацию. И обязательно не забудьте увековечить вашего дедушку на сайте polk.rf.ru. Это сайт «Бессмертный полк России» для будущих потомков, чтобы ваши внуки знали, кем ваш был дедушка. Чтобы не забывали, нужно помнить и чтить память своих предков. Все, фотография готова. Надеюсь, вам нравится. Да, хорошо получилось, и все, отретушировано все. Теперь вы отправите мне ее, да, на почту? Да, я отправлю вам на почту. А где собираться теперь, где встречаться? 5 мая в промежутке между улицами Князя Трубецкого и Белгородского полка берете фотографию дедушки и приходите с ней. В штабе бессмертного полка нам помогли обработать фотографии. Теперь осталось дело за малым. Надо их подготовить к бессмертному шествию. На фотографии, которую нам обработали, не видно ни изъянов, ни дефектов, а вместо этого есть отличительная рамка. Фотографию распечатала в формате А4. Теперь ее можно оформить. В бессмертном полку нам давали адреса, в которых мы можем приобрести уже готовые таблички с фотографиями. Но я решила сделать его своими руками, и сегодня научу этому вас. Понадобится распечатанная фотография, холст, или это может быть любая фанера. Также нам понадобится пластиковая трубка, которую мы можем зафиксировать сзади нашего холста. Это может быть любая деревянная. И, конечно же, крепежи, на которые мы будем фиксировать трубку. Главным, наверное, является для нас это клей и жидкие гвозди, ножницы и скотч. Зачем понадобится скотч, мы узнаем впоследствии. Итак, мы начинаем. Берем нашу трубу, кладем ее на нашу основу. Теперь берем жидкие гвозди. Чтобы наши жидкие гвозди схватились, мы берем скотч. Мы можем перевернуть нашу фанеру и приступить к приклеиванию фотографии. Вот наш тендер и готов.
А с вами была Дарья Гатинцева, программа «Мастер-класс» специально для Мир Белогорья Лайф. Увидимся с вами 9 мая в 9 утра на пересечении улиц Гражданского проспекта и Князя Трубецкого.